Для студентов очной и заочной формы обучения церемония посвящения в студенты стала традиционной. Первокурсники проходят обряд, который предполагает ряд шутливых и серьезных испытаний. Пройдя через них, бывшие абитуриенты могут назвать себя студентами брянского филиала Московского психолого-социального института. В этом году ключевой стала сказочная тема. Мы решили вспомнить любимых персонажей детства, сказок, мультиков и пройти, скажем так, по страницам любимых сказочных фильмов. Все препятствия, а это и метание дротиков, и раздача волшебного каравая, и каверзные вопросы, первокурсникам создают как старшие товарищи, так и сами преподаватели вуза. На каждом посвящении у нас всегда наши зрители ждут фишку от преподавателей, потому что преподаватели и сотрудники каждый год готовят что-нибудь интересненькое для своих воспитанников. И сегодня это тоже будет сюрприз очередной. Из года в год преподаватели, как сами признаются, с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях. Дорогие ребята, у вас наступает замечательный период в жизни. Самый, наверное, такого просто не бывает. Вот, вспоминая себя, наверное, это самые замечательные годы. Я от всей души желаю вам успехов, чтобы учеба для вас не была в тягость, чтобы все у вас было хорошо. Проводят ритуалы студенты или третьего, или выпускного курсов. Раньше, когда-то сам поступал, был зеленый, молодой, тоже так же волновался, как и сегодня первокурсники. Но я считаю, каждый должен, после себя тоже помогать. Сегодня мы делаем праздник не только для самих студентов, а также для их родителей, потому что они приходят, радуются тоже. У молодых людей начинается новая дорога в жизни. Каждый раз интересно, каждый раз новые впечатления, и для первокурсников тоже, потому что с этого начинается их дальнейшая студенческая жизнь, дальнейшие мероприятия. Наш институт много мероприятий проводит, и это самое начало. Благодаря таким событиям у студентов появляется возможность раскрыть свои таланты, научиться работать в команде, расти творчески. Чувствуем радость. Мы очень рады, что попали в этот институт, потому что мы считаем, что МПСУ – это самый лучший институт в Брянске. Страшно участвовать сегодня. Приготовили сюрпризов немало вам. Даже не страшно. Мы привыкли вообще. У нас очень сплоченный, дружный коллектив МПСУ, поэтому не страшно. Поддержки много. Преподаватели, студенты и гости, приглашенные на мероприятие, остались очень довольны. Получили массу положительных эмоций, подняли себе настроение. Татьяна Глазова, Александр Друсинов. События Брянск.